Сегодня к ужину я приготовила курицу в духовке под сметанным соусом. К такому горячему блюду можно подобрать любой гарнир и легкий овощной салат. Попробуйте, и ваши домашние останутся довольны и сыты. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Приготовьте продукты и специи. Курицу вымойте тщательно внутри и снаружи, удалите остатки перьев и лишний жир, внутри удалите остатки легких и почки. Попку можно отрезать полностью или оставить ее, но удалив семенники. Приготовьте соус для запекания. Для этого сметану соедините с чесноком, специями для курицы и солью. Перемешайте. Тушку курицы острым ножом или топориком порубите на части. Залейте сметанным соусом и хорошо перемешайте. Оставьте на минут 10. Сложите кусочки курицы под соусом и огнеупорную форму для запекания. Поставьте в духовку на 40 минут, температура 220-250 градусов. Готовую курочку подавайте с зеленью и овощами. Приятного! Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!